А, тварь! Пацаны! Он меня убить хочет! Живи. Мама! Мама! Ну блин, он меня замочил, это жесть! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, крошка, окрошка, King on Fire, Серега, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Приветики, омлетики. Сегодня мы играем Ark Survival Evolved, это у нас первая серия по выживанию, если вам понравится, ставьте лайкосик и подписывайтесь на канал. Если петь, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать в диком мире среди динозавров. Погнали. Так, пацаны, что мы будем первое? Давайте для начала найдем хорошее место для построить дом. Какое место выбираем? Я знаю одно место тут неподалеку, вон на том скале. На том скале? Перейти. Погнали. Да. Серега, где ты? Я хочу посмотреть твой скин. А ты где, Дима? А вот он ты, привет. Ну, урод вообще редкость. Я тоже, кстати, такой довольно-таки некрасивый. Не, драться не надо. Это нормально. Так это же первая серия, поэтому мы здесь немножко голые. А потом будем уже нормальный шмот покупать себе. Да, пацаны? Да. Покупать, крафтить. Так, подожди, что это за... Прикольный гоблин. Я играл очень давно, я играл в эту последний раз игру в 2015 году. Знаете, как это давно было? Что-нибудь, мне кажется, здесь-то добавили новое? Да, много что добавили. Стоп, а что здесь спинозавр делает? Это же а они тут всегда тут спавнятся, типа, по бокам. Мама мия, мать Тереза, валим отсюда. Так, да, Серега, мы идем. Так, у меня воды нормально, еды нормально, водички еще как бы не сильно-то, конечно, половина. У меня есть бордюк с водой, могу дать потом. Нифига себе, здесь засвечивается все. Ну, графон классный. Так, я иду воду пить. Блядь, я жду сверху. Так, Дима, аккуратнее. О, давайте эту дошку замочу. Давай, мочи, мясо нам надо. А с нее шкура, кстати, может выпасть. Так, все, есть. Подожди, или нету? Так, воды попить надо. Просто ей подходи, нажим. Мегалодон. Мегалодон? Где? Вот они, под водой, вдвое они черепаху сожрали. Дима. Так, давайте пойдем. Можно черепаху освежевать, погодите. Отлично, мы покушали. Так, а где мы будем дом строить? Сейчас, не знаю, думаю. Я тут под водой черепаху ломаю. Я убийца динозавров. Я всех, вот у меня что, не бейте. Я убил черепаху. Есть. Я левел ап получил. А где-то вот этот блевун, Дима, аккуратно. Где? Динозавр. А вот маленький где? Челепиздрик. Ты меня хочешь ударить? Ну именно убийца динозавров. Мы дом строим или что? Или убиваем динозавров? Убийцы. Так, отлично. Давайте еще покушаем. Так, пойдет. Покушали. Только мясо сырое не ешь, Дима. Да, давайте, кто короче, будем строить. Может, тут будем... Не, давайте дальше изучать мир. Давайте дальше. Да, я мне нравится эта классная игрушка очень. Хочется поизучать все здесь. Так, динозавр, отвали от меня. Я с тобой не дружу. Так, это здесь я вижу... есть какие-то бешеные рыбы, которые очень сильно дамажат. Надо быть внимательным. Я их вижу. Мегалодон, акула. Мегалодон и акула... Это пираньи. Так. Отвали. Ты чё? Не-не-не. Плыви к берегу. Зачем ты плывешь на нее? Прям? Не плыву я. Всё, валяй отсюда. Не надо, не лезь, Дима, на рожон. За жопу укусит. Да блин, кусается, да, это акула очень сильно. Так, кто-то покакал. Это не я. А, я понял, звук похожий. Ого, там здоровый динозавр. Так, давайте перейдем как-то на ту сторону. Мы сможем это сделать? Надо посмотреть. Так, здесь, да, может, переберемся? Никого нету, да? Быстренько переплываем. Чистая водичка. Потому что эти акулы вонючие очень сильно дамажат. Здесь только добрые рыбы есть. Добрые рыбы. Мне нравится, добрая рыба. За жопу как цап. Да. И жизни минус 100. Дим, я тебе рекомендую стандартную одежду хотя бы скрафтить, а то это... Так, что для этого надо? Давайте будем смотреть. Мы что, играем в выживалку? Бегать-то классно, но вещи надо еще лучше. Волокно тебе надо, кожа. Две пары. Так, а ну. О, теперь я модный, я в штанах. Крутой. Это даже не штаны, наверное, бриджи, скорее всего. Так, о, смотрите, давайте в вышку пойдем. Что там вообще на вышке? А там далеко она. Она очень далеко. Давайте тогда будем дом где-то строить здесь. Хоть какую-то хижину или что нам надо вообще?
Блин, боюсь нам переплывать. Ого, кто там летает? Кто там летает, здоровый кабан? А это птеродактили. Так, никого нету здесь? Кто будет плыть проверять? Нет никого, плывем. Плывем. Точно нету тут рыбы? Не, есть нет, там рыба плавает, добрая. Но она, думаю, добрая, как он говорит. Ребята, здесь мир очень опасен. Здесь любое чудовище тебя готовы просто замочить. А ну-ка, давай. Дерьмо мне кинул, что ли? Фу, дерьмоед. Так, надо руки использовать, да? Чтоб можно было собирать все. Да. Убираем все. Тебе надо кремень, тебе надо еще кремень добыть. Ну это надо киркой, да, бить по камням. Давайте будем, короче, бить. Либо киркой, либо топором, я не помню. О, какой динозавр классный, блин, мне нравится. Вот это кабан. Согласитесь, графон просто отличнейший. Все круто сделано на высоте. Так, бьем камни. А камень, кремень, все есть. Ты офигеешь, там какой графон. Да? А мы пойдем туда? Ну да, это отдельная карта. Ого. А раньше камни нельзя было ломать, просто долбишь их и все. Или можно было? Вроде бы нет. Можно было. О, повышение, откройте свой инвентарь, отлично. Сейчас мы уже добьем все. Ну что, убьем Серегу вот этого динозавра? Ну что, пацаны, смотрите, я полностью одет. Как я вам? Ух ты. Я теперь деловой, я теперь какой-то спецназовец, блин, в таких вещах именно, военный. А кого будем мочить? Все, мы убили уже. О, вы уже убили. Блин, смотрите, какой графон, когда вечер. Вообще круто. А сейчас ночь будет, вообще весело. Давайте будем костер разжигать. Трицератопс замочим. А где он? Не, мы не сможем. Использован 60 ягод, это можно обрыгаться, столько есть их. Так, попили воду. Че, будем костер делать? Ща. Ого, темно стало. Нифига себе. Че так потемнело, нифига не видно. Так, я давайте. Я сделал костер. Делал? Да, сейчас поставлю. Ой, я сейчас факел себе сделаю. Где же факел? Вот, факел. Создать. Готов. Делается факел, мы его сейчас возьмем. Чпоньк. Максим, ты это, я сейчас поставлю фундамент, ты на него сразу поставь. Ой, смотрите, как классно стало. Офигеть. Я теперь все вижу. Так, будем дом строить? Классное место. Я бы на горе бы поставил. И как раз тут башни, есть всякие постройки классные. Я пока переложу тут все. Так, размещаем стены. Пум. Пум. Ягоды. Не ставь, не ставь. А все уже, Серега. Я еще. Ага. Так, собираем дальше. Так, еще один фундамент ставлю. Надо прям большой дом строить, Дима. Маленький. Ты думаешь? Маленький не надо. Очень, очень тесно будет и неудобно. Да, но даже еще там ночлег. А мы можем перематывать потом ночь или нет? Нет, это не The Forest, The Forest можно так. О, кстати, мы еще пойдем в The Forest. У нас, кстати, очень много впереди классных игрушек, которые будем записывать. Stranding Deep, The Forest, Ark Survival. О, я хочу поджечь динозавра. Гори. Динозавр. Мне нравится. Ой, я теперь вижу вас издалека, офигеть. Ну, сразу давайте вас. Мы потом туда пойдем, в следующей серии, ребята, мы обязательно пойдем. Мы сможем дойти туда, или это очень далеко? Да, вон той башни? Да. Ну, если постараться и не умереть, то можно. Серега, этот робот, который возле тебя летает, он может тебя этот подсвечивать местность или нет? Не особо подсвечивает. Здесь нет, в Генезисе он светит. В Генезисе, да, он вообще классно там. А я, короче, куплю себе сейчас дополнение Генезис. А там, блин, больше даже возможностей, Дима. Там а я куплю. Там сделать себе костюм, благодаря которому ты летать можешь. Да? Да, ой, там летать можно. Офигеть! А чего раньше не говорили? Можно. Я робота твоего вообще хочу забрать, он не берется. Короче, мы решили замочить какого-то здоровенного динозавра, что было очень весело. Какого? Давайте самого большого, который есть поблизости. Спинозавр. Ой, ё-моё, там... Вот там альфа трицератопс. Дима. Где? Вон, смотри, это альфа. Ого, это он светится аж? Да, он это злит, альфа. Ну что, будем его мочить? Мочим. Я уже мочу, я на камень залезу. Он красиво. Он на меня. Да ты выдержишь, ты выдержишь. Блин, класс со стрелами стрелять. Он почти сдох. Ай, он меня бьет. Убил. Убили? Да. Я убил его. Да. А чё ж так быстро? У него на 4 уровень. 15 уровень. Блин, это легко было. Тогда дайте хоть кого-то
Блин, вот вы дикари настоящие. Давайте еще кого-то замочим. Там еще один, Дима. О, вижу, вижу, вижу. Я хотел вообще какого-то еще гигантского, здоровенного. А вон он, спинозавр, Дима, сзади. Смотри, справа. О, все, мочим его. Иди сюда, падла. Надо навесиком, да, стрелы стрелять? Дима, он плывет сюда. Он нас сожрет. Не! А нет, его кто-то жрет под водой, Дима, он сам. А, он с рыба дерется. Он за мной. Он за мной. Ого, ребят, вот это мощь. Он за мной, Дима. Серега, не бойся. Я умер. Он тебя убил? Да. Он и на меня бежит. Я его не бью, я его не бью. Я его не бью. Серега, что ты стоишь? Дима, я возвратился, он меня опять. У него мало хп, мало хп, мало хп. Я добиваю, я добиваю. Стрелы закончились. Я его мечу, мочу, мочу. Я бегаю, бегаю. Беги. Ой, хорошо, что... А оказывается, мы на спауне построились, Дима. Да? Так вы же читеры. Блин, я боюсь выходить на поле, я боюсь, что он меня убьет. А за камнями я буду читерить. Ты он что, он стрёмный? У него очень мало хп. Он почти сдох, его надо добить. Я попадаю стрелами, попадаю. Ты чуть остался. Есть. 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 Блин, я его боюсь. Отвали, тварь. А, тварь, пацаны. Он меня убить хочет. Живи. Мама, ну блин, он меня замочил, это жесть. А мои вещи все пропали? Нет, они сохранились. Там они там валяются. Я его мочу с лука. Это мочи, жесть. Мочи, так, я возле вас сейчас появлюсь? Вот, видишь? У меня блику и так все жесть. А, все, теперь вижу. А чем я добивать? Мои предметы выпали там все, да? Нет, они там лежат. Где ты сдох, там. О, я иду, ребятушки, сейчас заберу свои вещи. Дима, этот говнюк нам сломал, знаешь что? Дом. Можем его поджечь? Где он? Не поможет. Я его буду жечь. Не поможет, Дима. Я буду жечь тебя. А чего не поджигается? Если понравилось это выживание и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения, и во все мои ролики. Еще.